はい、2週間経った。無線反応なし。Нам нужно поговорить, Игорь. А, это важно. Что случилось? Со мной связался. Только сейчас. Они обнаружили. Продолжай. Мы в эту часть леса особо. И Матвей думал. Именно. Там информации мало. Определенно. Думаешь? Нет. Так что? Я бы не. Хай, Озиру. Ты прав. Вот. Кемпац, вы дайджибу деска? Бакацу шинай ё не? Поехали. А, ёгатта. じゃあ、まあ、未だに放置してんのはこの NAR サーバーハッキングなんだけど、少しずつではありながら、メインストーリーが消化されつつある。まあ、これもう一回やるだけなんだけど、またあの小さなストーカーに会いに行こう。で、他の人たちは、まあ、その成功率に応じて、物資の収集に行っていただこう。ここオリガだな。ここオリガにして。まあ、あとはこれでいいでしょう。はい、スタート。はい。まあ、またこのストーリーとは関係ないイベントが発生しているかもしれない。しています。ああ、エフゲニーが揉めてるイベントは前もあったな。このハテナは何だっけ？あれ？あ！は！あれ？このイベント、前もあったっけ？当たらん。近づきたくない。あの、結構昔にあった気がする。あの、ミハエルの隠れ家に着く前に。いや、ブレーションです。Отлично. Теперь смотри в оба и не пропустишь его. Выдвигаюсь. Я да, кино кишимото. Ма, джа, мата мометеру Эфигении кара. Цубуште ико. Отсюда, как ты достал уже? Эфигений. Не говори мне, что делать! この会話は前も聞いた。何も知ってることはないし。はい。ちょ、もう一つ торгаш на。Нет。Но я его знаю。Из-за этого хрен。Это музыка。Да и пацан этот. Хай. Хай, это вот как идти, отдыгре. Де, майто на ноготок, таешта монога хайте най, сенли химбаку. О! О, 今回はそうでもない。いろいろ入った。じゃあ、さっさとバンカーの方を調べちゃおう。なんか兵士いるな。え、そうなの？すげえ、めっちゃ頭の悪い倒し方しちゃった。日数が経ったから巡回している兵士の装備も強力になってるってことか？まあまあまあまあ。
あっと汚染されてる。しようしようしよう。はい、さっさとバンカー行っちゃおう。あ、兵士普通にいるんだったな。前は普通にハンドガンでパンパン倒した気がする。無視してバンカー入っちゃおうかな。こいつ振り向きそう。振り向かない。撃っちゃうか。ちょっと、わ、あいつヘビアマーだ。こうなっちゃうとね、頭打ってもね。あ、ヘルメットが飛んだ。どうしたらいいんだろう。弾薬の種類なんてないし。普通に交戦せずに回避するしかないのかな。ステルスキルも取れないとなると。バン、ん、兵士まだ地上にいる。え、どこ。これ地下にいる兵士だよね。そうだね。え、だよね、間違いない。足音でちょっとバレやすくなってんのかな。アーマーの弊害かな。えい、パツァン。ладно。Спасибо。はい、で、小さなストーカーがいて。オリガ。А дальше что? Ребенок здесь без опасности. Как насчет там детям? Почему ты? オリガは。出さない方がいいと言うので、今度は残してあげよう。хотел бы поступить иначе, но у него есть еда. Вот и правильно. まあずっとね、そこにいてもらうっていうわけではないんだからね。単純に外が危険なんだから一時的にここに留まってもらうってだけだから。はい。仲間には伝えるって言ってるし。以上です。はい、帰ろう。これが後にどう変化するのか分かんないな、ストーリー上では。Ну до чего странно, а? Обнаружить секретную тюрьму Нар в такой глуши. Да уж, похоже, не стоит игнорировать такие зацепки. Если бы не вы с Матвеем, мы бы никогда не нашли этого места. Не стоит благодарности. Оставить Глеба в бункере было правильно, поверь. Я попросила Матвея отправить кого-нибудь к нему.А мы тем временем придумаем, как спасти нашего маленького сталкера. はい。好感度はきっとこれでアップ。で、みんなは当然ながら任務は成功して帰ってきてるね。はい。はい、OK。食料も問題ないね。はい。やっぱ偉いことになってんな、原発。も、なんだろうな。前よりでかくなった?わかんないな。ちょっとみんなとお話ししてみようか。イガリ、я хочу с тобой поговорить。А почему не мышонок? Крысиный король? Отошел по делам? Он скоро вернется.У нас мало времени. Мне нужна твоя помощь. Я должен узнать, что со мной случилось. Я помню взрыв. Ты был рядом с четвертым энергоблоком? В ту ночь исчезла Татьяна. Что ты помнишь? Немного. Пожар.
Рев сирен, люди в огне, крики боли. Это был Харьков, 1972. Что? По-моему, ты перепутал время и место. КГБ и несколько военных гениев решили потушить пожар на газовом месторождении, подорвав ядерную бомбу мощностью в несколько килотонн. Эти кретины разнесли все к чертям. Столб пламени и радиоактивного пепла в несколько километров высотой. Жители близлежащих деревень решили, что начался конец света. Но что ты делал в Харькове? Понятия не имею. Пытаюсь вспомнить, но не выходит. Знаю только, что должен был наблюдать. Спокойно, таракан. Рано или поздно мы со всем разберемся. Постарайся пока отдохнуть. Ладно? はい。ちょっとその話はノンフィクションなのかどうかは分かんないな。まあスキルポイント1なら何も得られないな。Привет, Игорь. Как дела? Да неплохо. А ты как? Не жалеешь, что присоединился к нашему отряду самоубийц? Да брось. Я всю жизнь так живу. После смерти Антона у меня теперь личные счеты. Надеюсь, ты потом об этом не пожалеешь. Тени, Нар, Чернобылит. Попробуй со всем этим разберись. Я как-то встретил юного пирата. Совсем еще мальчишку. Мы с отрядом тогда пытались отбить круизный лайнер у побережья Сомали. Товарищи этого парнишки посадили его на цепь у пулемета, чтобы он не смог сбежать. И сказали ему стрелять во всех, кто попытается подняться на корабль. Он был так напуган, когда увидел нас, что просто застыл. Цепь была слишком толстой, чтобы ее разрезать. Поэтому мы не знали, что с ним делать. Оставлять его у пулемета было не вариант. Можно было его вырубить, конечно. Но прикладом в голову и убить недолго. Так что мне оставалось только одно. Я разрядил его оружие и сломал парню пальцы. На обеих руках. На всякий случай. После задания мы забрали его в Канаду. Трюдо нашел ему хорошую приемную семью. Я понимаю, что ты чувствуешь ответственность за эту миссию, Игорь. Но я тоже заинтересован в ее успехе. Поверь мне, я готов на все, чтобы довести дело до конца. На все. はい。なんかこの辺の個々のエピソードは、イーゴルとの関係がいいか悪いか、そのあたりでも変わってんのかも。ちょっと会話の途中でこれのバランスが悪い気がしたから、もうちょっと、ぬいぐるみももうちょっとこっちの方に。はい。浮いてる?大丈夫かな?環境はまあ問題なし。Игорь, найдется минутка. Поговорить хочу. Ты как, Оля? Все в порядке? Ты все время говоришь об этой своей Татьяне. В зоне повсюду скрытни, нар, чернобылит и бог знает что еще, а ты все время думаешь о Татьяне. Не забываешь о ней ни на секунду. Я пришел сюда ради Татьяны. Я восхищаюсь твоей преданностью, но иногда она меня беспокоит. Почему? Слишком многое поставлено на карту. Нам кажется, что мы знаем, чего хочет Нар, но вдруг на самом деле все намного глубже. Что, если их планы выходят далеко за пределы зоны? Что, если их цель — весь мир? Мне кажется, ты слегка преувеличиваешь. Но это не значит, что я не права. Что, если единственный способ остановить их — это разнести тут все по камушку и всех убить? Вообще всех! До этого не дойдет. Я найду способ. Надеюсь, что так, Игорь. Очень надеюсь. はい。あれ、まだ関係は悪いのか、オリガとは。あれ?子供を、小さなストーカーをあのバンカーに留まらせたっていう選択は、肯定的に評価される出来事ではなかったか?ああ。っていうか待って、これ、コスチャを自由の身にさせた結果、
オリビエにとっては否定的に評価されてんのか。まあ、というか、偽っておけば、殺したっていう事実を偽っておけば、オリガを悲しませることもなかったし、殺しといてもよかったのかもしんないな。わかんないな、その辺は。どう響いてくるか。単純に夫殺しがやべえって気がしたから、過去を書き換えはしたけど。はい。そろそろ情報を収集したいな。15日目。半月経ったよ。無線がないってことは今発生しているストーリーをやれということか。はい。Есть разговор, Игорь. Я весь внимание. Я тут узнал кое-что. Нар готовится к масштабной поставке припасов. Может, и пищевые пайки завезут. Нельзя упускать такой шанс. А ты, похоже, времени зря не терял. Отлично. Я этим займусь. 軍需品。これか。だけど、そろそろこれをね、ミハエルの連絡、ずっと放置してたから、これやろう。あとは、じゃあ、調査してきてもらおう、オリビエに。で、弾薬を成功率の高いオリガに調査しに行ってもらって、こっちの物資の投下をタラカンに調査してもらう。はい。みんな成功率高い。素晴らしい。Ты правда доверяешь Михаилу? Может, этот чокнутый тебя просто загипнотизировал, и теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет, и ты окажешься на прицеле у нар. はい。ミハエルを信じる信じないはともかく、今の隠れ家を提供してるのは、紛れもなくミハエルだから、まあ、借りはあるんだよ。少なくとも。はい。これはエフゲニーか。はい。NAR サーバーへハッキング。ここね。そのサーバーの破壊を手伝えば、禁止区域における NAR の影響力を弱められるかもしれない。あとはまたハテナがちらほら。そうだ。前は入れなかった。ここ来た時は、ロックピックとかバーナーとかなくて入れなかった場所もちらほらあるから、そこも調査しよう。ここがやったら汚染されてるんだよね。パッと近づいてパッと収集しよう。というか、この地帯、花から結構汚染されてるんだよな。警告看板も多いし。ちょっと暗いながらも行ってみよう。あ、ここピッキングできたんだ。OK。おー、あかん。まず一箇所のハテナをチェックしよう。ここは前にあったタチアナとの結婚式イベントかなんかが起きた場所。なんだ？え？Ты зачем на меня оружие наставил, Мару? У нас есть проблемы посерьезнее. Как ты меня назвал? Живо на землю! Не хочу тебя расстраивать, но здесь бегает монстр, которого ты своей мелкой пукалкой не испугаешь. Нам надо убираться отсюда. На землю, быстро! Повторять не буду. Таскет ярко. Стреляешь? Асубарашии эйм десу. Благодарю тебя, гражданин. Я вижу, ты хороший человек. Не то, что эти вандалы. Надо только дыхание перевести. Фух.
А нам разве не нужно убегать от монстра? Что? А, не беспокойся, я выдумала это, чтобы избавиться от тех дикарей. Правда? Тебе эта шутка чуть жизни не стоила. Audentum est fortis, audio dit savinus. Это латынь? Что это значит? Это значит, тебе нужно было лучше учиться в школе, гражданин. А теперь иди, пока настоящий монстр не объявился. Спасите я гита даке. 多分放置してたら殺されてよ、この人。ボローじゃ。向こうにもハテナがあるな。